наша компания СТР на рынке по переработке полимеров уже более 13 лет. Мы производим не только крановый вторичный полипропилен, а также суперконцентраты, композиты на основе полипропилена и полиэтилена, которые широко используются у производителей каких-то изделий из пластмасс. Это бедра, тазы, ящики, корзины, всевозможные бытовые хозизделия. Поэтому, в общем-то, мы точно так же, как и оборудование, продаем свое кранового на всей территории Российской Федерации. Нас очень интересуют производственные отходы. Покупаем неограниченном количестве. Мы продаем наше оборудование на всей территории Российской Федерации.